На избирательном участке Щелковской юношеской библиотеки работа начинается ранним утром. Наблюдатели и председатель избирательной комиссии на месте, средства защиты наготове. Можно голосовать. И вот первые посетители заходят на участок. Здравствуйте. Голосовать? Да. Все на этом участке, на который я пришла голосовать, все организовано на высшем уровне. Дается, дезинфицируются руки, выдаются перчаточки, выдается одноразовая маска и одноразовая ручка. Сегодня участок работает с 8 утра до 8 вечера. Ждем всех на выборы, вот, готовы к ним, поэтому все замечательно. А как до дня голосования, народ идет, народ активен, очень много до выездных голосование, поэтому думаю, что выборы пройдут хорошо. 1 июля – основной день процедуры плебисцита. На избирательных участках готовятся к подсчету голосов. Установлены специальные КАИБы, оборудование для электронного подсчета. А пока на участках ждут тех, кто еще не успел отдать свой голос. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.